Ко второму туру Центральная избирательная комиссия дополнительно аккредитовала 185 наблюдателей. 162 из них будут вести наблюдения на участках внутри страны, остальные – за рубежом. В общей сложности мониторинг процесса голосования ведут 2382 наблюдателя. 1200 из ассоциации «Промолекс». Вместе с ними работают представители нескольких посольств, а также делегации Европейского союза в Молдове и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Они могут присутствовать на собраниях избирательных органов, и у них есть доступ ко всей информации и спискам. Однако им запрещено вмешиваться в избирательный процесс. Они могут вести фото- или видеосъемку, но должны уведомить об этом председателя участка. Работу наблюдателей оплачивают лица, запросившие их аккредитацию.